Приветствую всех на брейке по Select, по Panini Select 2016-17 год. Вскроем одну коробочку, 12 пакетиков по 5 карт. В надежде достать автограф и 2 карты джерси. Может, еще какие-нибудь ништяки достанем. Желаю всем удачи, успехов. Давайте вскрывать эту коробочку. Так, ножик больше не нужен будет. Так. Пакетики. Пусто. Посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 пакетиков. Будем вскрывать по одному. Вон кот какой-то что-то лезет ко мне в брейке, хочет участвовать. Под дверью замяукал. Так, ну что, по одной. Так, все готово. Сейчас. Лоудеры готовы. Даже подставочки теперь есть. Пакетик номер один. Итак, всем удачи. Наверное, будем все карты смотреть. Все, что у нас подойдет. Так, наверное, подальше, что ли. Итак, Аркадий Ушмилик, Польша. У нас этот брейк распределен и по сборным, и по клубам. Список очень большой, поэтому не знаю, кому-то что-то достанется, кому-то нет. Я желаю всем удачи. Давайте так, Аркадий Ушмилик, Серхио Рамос, Испания. Так, и сразу Эдинсон Кавани, 14/75. Оп, автограф. Эдинсон так расписывается, вот эта верхняя черта, она вот уходит у него вверх. А так все остальное как бы по краям вот тут. Мои поздравления, ребята, Уругвай. Эдинсон Кавани, отличный форвард. Сейчас, наверное, сразу я его... Ох, наверное, эти толстые карты поди. Под них специальные надо. Секундочку. Сейчас буквально только списки откорректировал. Эдинсон Кавани. Потом я это все... В принципе, можно сразу, наверное... В броню поставить. Что-то у меня сейчас. И подставочка. Вот так мы его ставим. Автограф. Едем дальше. Так, мульти колор призм Калашинац. Босния, наверное. И Эдуардо Варгас, Чили, базовая. Пакетик номер два. Сразу с первого пакетика достали автограф. Так, Джо Харт. Это база. Англия. Хектор Морено, Мексика. Брэд Гюзан, United States of America. Multicolor Prism Марио Манджукич, Хорватия. Вот так переливашечка. Она простая, не номерная. Леонардо Бонуччи. Тоже база. Сборная Италии. Пакетик номер 3. Этот брейк мы быстро проведем, в принципе. Тут 12 пакетиков. Можем, конечно, растянуть удовольствие. Так, он меня загораживает. Гарри Кейхилл, Англия. Анатолий Тимощук, Украина. Клинт Демпси, United States. Эдин Джека, Босния и Герцеговина. Так, что-то этот Эдин Джека номерной. Номер принта 86/125. У меня уже вечер тут. Темновато.
Если что-то не так, прошу прощения. Так, отложим его номерной. Но это базовый тоже. Джермейн Джонс. Тоже сборная США. Джермейн Джонс. Так, следующий пакетик. Понял. Тут тоже будет карта у нас. Наверное, джерси. В конце ее покажу. Маркус Рэшфорд, Англия. База. Хердан Шакири или Джердан Хердан. Короче, Швейцария, короче. Оскар, Бразилия. Джон Стоунс, Англия. Так, и здесь у нас тоже Англия. Джо Харт, голкипер, джерси. Джо Харт, Англия. Так, сейчас я его опять контрапупю. Секундочку, чтобы уголки не... Аккуратненько. Так, где наши еще это? Вот так уже вторую такую объемную карту достали. На этот раз Джо Харт, сборная Англии. Господи, что ж ты нет? Такой, так, подставочку ему тоже. Пусть постоит рядом с Кавани. Джо Харт. Как-то я это сразу сейчас после итогов не собранный какой-то. Так, здесь у нас просто, наверное, пустышка. Матео Ковачич, Хорватия. Хавьер Эрнандес, Чичарито, Мексика. Стефан Деврей, Нидерланды. Мультиколор Призм, Мартин Харник, Австрия. Сеск Фабригас, Испания. Тоже базовая такая. Базовая карточка. Ничего интересного мы в этом пакетике не нашли. Так, в сторону. Мусор в сторону. Едем далее. Карлос Бака, Колумбия. Рената Санчес, Португалия. Так, далее. Карта, ну, видно уже. Реал Мадрид, номер 72 из 75, Иско. Реал Мадрид, джерси. Такая вот карточка. Так, снова я ее сейчас буду упаковывать аккуратненько. Руки не слушаются. Как будто сегодня пятница. Так, где наша? Вот нет, уже вот так вот джерси. Видно, да, вроде? Чуть поближе поставим их. Вот так вот. Так, далее тут у нас еще карточки остались. Джан-Луиджи Доннарумма. Базовая карта. И Валон Бихрами, Швейцария. Ну что, похоже, мы сразу достали в первой половине пакетиков вот две джерси и автограф. Может, там какую-нибудь грин-карту достанем. А еще эти карты есть. Фигурные. Вот она, фигурная, как раз в этом пакетике. Ян Сомер, Швейцария, вратарь. Клаас Хунтелар, Нидерланды. Привык, что за Шальки играет как-то неожиданно Нидерланды. Бобби Вуд, United States. Так, тиражная карта. Джан-Луиджи Доннарумма. Номер тиражки 51 из 60. Вот такую карточку достали. Ее мы сразу тоже в пакетик, чтобы она аккуратненько лежала, не пылилась. Вот Джан-Луиджи Доннарумма. Будущее сборной Италии вместо другого Джан.
Джан Луиджи. Джи-Джи. Вместо Джи-Джи Бувона будет Донарума. Роберт Левандовский. Это Польша. Базовая карта. Далее. Так. Оп. Гаррет Бейл, Уэльс. База. Марио Гомес, Германия. Сеамус Коулман, Ирландия. Здесь это для растопки дров. Диего Годин, мультиколор карта. И Алексис Санчес, тоже базовая карточка. Соответственно, базовые распределены по нескольким наименованиям. Но все равно база, она есть база. Так, далее. Ян Вертонген, Бельгия. Федерико Бернадески, Италия. По-моему, за него уже большие деньги предлагают. За этого Бернадески. Серхио Ромеро, Аргентина. Тоже база. Так, опять у нас тут дрова. Аарон Рэмси, мультиколор. Такая вот. И Луис Суарес, тоже база. Еще Select Few, возможно, достать можем. Еще одну толстую карту. Select Few. Но она уже не так ценится, конечно. Якуб Блащиковский, Польша. Криштиану Роналду, Португалия. Ну почему? Вот ты базовый, а не какой-нибудь крутой. Грациано Пелли, Италия. Тиражная карта синенькая. Карлос Бака, Колумбия. Номер тиражки 295 из 299. Так вот видно. Карлос Бака. Так, тиражка могу. Так, и здесь Евгений Коноплянко, сборная Украины. Тоже базовая разновидность. Осталось два пакетика. Здесь тоже у нас будет фигурная. Хектор Херера, Мексика. Бен Дэвис, Уэльс. Антуан Гризман, Франция. Ромелу Лукаку. Такая вот фигуристая карточка. 139 из 249. Вот. Даже в руках ее как-то опасно держать. Угловатая, вырезанная как пазл. Ну что, давай аккуратненько. Вот так. Потом ее, наверное, в протектор в твердый при отправке посажу, чтобы она не помялась. И отправлю. Ян Облак, Атлетико де Мадрид. Вратарь Атлетико базовый. Итак, завершаем. Здесь, по-моему, толстенько. Ну, давайте нам какой-нибудь один из одного. Мы будем не против. Так, давайте ее последний достанем. Мультиколор. Николас Отаменди, аргентинец. Специально для Манчини. Присмотрись. Серхио Рамос, Испания. Джеймс Родригес, Колумбия. Бартош Капустка, Польша. Так, и здесь у нас National Pride. National Pride. Роберт Левандовский. Вот такая вот карта для Польши. Последняя карточка. Роберт Левандовский. Она не номерная, но все равно мне вот нравятся какие сейчас объемные толстые карты. Что радовали глаз и руку. Сейчас я ее аккуратненько в протектор упакую, и мы хиты посмотрим. Вот на этом все. Быстро открыли данный брейк. Итак, National Pride, Роберт Левандовский. Две карты джерси. Это у нас Иско, Реал Мадрид, 72 из 75. Сборная Англии, Джо Харт. У нас Джо Харт. И автограф.
хит данного тиража. 14 из 75. Эдинсон Кавани для Уругвая. На этом Селик 2016 завершен. Спасибо за участие, за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.